Я думал, как-то будет интересно моя новая рубрика «Секреты успешных людей». Ну, вместо того, чтобы смотреть именно в чем же их секрет, совершенно иное. И знаете, вот я просто так вспоминаю. Ну, были написаны книги без уринотерапии. И вот как только появилась книга «Уринотерапия», вместо того, чтобы разобраться, как что действует, был приплетен эффект брезгливости. То есть за брезгливостью можно все это убрать, выкинуть и все такое. Как только я написал книгу «Интимные нормы и здоровье», то есть мне эта тема также интересует, часть читателей отвернулась. О, что это за тема, что это там такое. А там написано по делу. Теперь вот эта вот тема. Я беру, исследую, и мне интересно именно, как человек действовал для того, чтобы, ну, будем говорить, вот получить такой именно результат. Потому что все вроде бы действуют, но результаты совершенно иные. В чем секрет? Кстати, у меня есть рубрика и исследование заговоров в моей газете «Заговор. Народное достояние». То есть, как люди там работали со словом, почему именно так, а не иначе. То есть, мне интересно. Можно себя сузить. И мир вот такой вот. Вот она, одна дорога, и туда идите. Но мир-то намного более широкий, более интересный. И знаете что, вот как бы сказать, когда ты вот все это исследуешь, ну, будем говорить, вот как вы говорите, там вот, богатство откуда-то там. Там у них берется и прочее, прочее. Когда ты начинаешь понимать вот все эти вот механизмы, и если бы это понимали и другие люди, то, возможно, бы тогда они поставили бы стоп вот всем этим процессам, чтобы если богатство человек какие-то приобрел материальное, чтобы эти вещи не использовались во вред. Но для этого надо знать, а просто сказать, да, там масоны, да, там еще кто-то такие, да, там такие сяки. Это, знаете, грубо говоря, ни о чем не сказать. А вот когда до сознания всех дойдет, тогда они могут сказать, стоп, хорошо, что это богатство. Значит, но оно должно приносить пользу. И человеку, который это сделал, и окружающим, за счет которых он это сделал. Потому что мы помогаем ему. У него есть, грубо говоря, там своя там мысль, своя там это. Он действует. И он чувствует себя типа богоподобным. А мы, вот, знаете, ну, будем говорить, вот такое слово есть, плебеи. Вот к нему прибились, вот этот человек делает, а вот мы тут это, ему там помогаем. И вся эта помощь потом выливается, вот такие вот вещи, там, вакцинацию, как вы там перечисляете, и прочее. Вот, чтобы люди задумались тогда,
насколько надо помогать таким людям, для чего им помогать, чтобы это потом не обернулось против них. Видите, какой у меня посыл? Для того, чтобы бороться со злом, если вы так хотите, там, надо изучить это зло, как оно формируется, как оно действует, как оно поглощает таких, как мы. Потом она их так, так раз перемалывает, а мы удивляемся. Там, вот тот-то возвысился, тот-то возвысился. Когда Наполеон шел, грубо говоря, на Москву, у него была одна задача. Вот у него одна задача. Наказать царя за то, что он сотрудничает с англичанами. Его задача. А все остальные жители Европы к нему примкнули, как к такому, так сказать, о, вот он великий, он там сделает, для того, чтобы решить свои более мелкие задачи. Пограбить, там, обогатиться, еще там что-то там так далее. То есть, думаю, сейчас мы на халяву это сделаем. И все это дело обернулось вот такими вот таким образом, что он остался живой, а все это войско, которое примкнуло, вот эти все людишки, которые думали что-то там хапануть с России и так далее, обогатиться как-то за счет этого, остались в России лежать. Так что маленький у вас кругозор. Вот кто вот так вот выразился. Я даже не хочу вас обижать, я вообще не привык. Хотя, это, знаете, так и хочется сказать. Что вот те, которые хаят меня там за урину, за народную медицину, то же самое сделали вы вот это вот. Вместо того, чтобы понять вот этот вот посыл. Что, что, откуда, от... ты тут их превозносишь. Ну ладно, не нравится? Не нравится, да. Уберем. Не вопрос. И еще. Возможно, некоторые из вас видели такую книгу средневекового врача армянского Амирдавлата Амациаци, которую он назвал «Не нужно для неучи». То есть это, можно сказать, травник, который он там собрал, ну, помимо трав и там, ну, другие вещества, и про глину, в том числе и про мочу и так далее, и тому подобное, то он собрал это для того, чтобы это как-то можно было применить. И как это применяли другие люди. Естественно, кому-то это важно. А для кого-то это вообще не важно. Я так думаю, примерно 1000 видео сделать. И на этом остановиться, посмотреть, что, что и как. У меня другие, масса других интересов. А вот это то, что я сделал, видео. Ну, видео, единственное, кроме целебной кулинарии, можете смотреть, можете там не смотреть. А вот то, что я оставил на сайте, вот это пускай лежит. То есть у меня такая задумка. Я не думаю даже за это все держаться. Сделал, оставил, пошел дальше. То, что меня интересует –